С 1 июля россияне, переболевшие коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию. Она включает дополнительное обследование. Если по результатам у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему окажут необходимое лечение и назначат медицинскую реабилитацию. Проходит углубленная диспансеризация в два этапа. Одновременно с 1 июля во всех регионах в полном объеме возобновились программы плановой диспансеризации. Все детали в материале Зарасы Калоевой. Смотрите, чтобы как вам. Оксана Дзылова перенесла COVID-19 в тяжелой форме. Она до сих пор до конца не восстановилась. Так как у женщины есть хронические заболевания, теперь пройти полное обследование просто необходимо. В течение часа я провела всякие манипуляции, сдала анализы, получила медицинскую квалифицированную консультацию. И вообще хочу отметить, что и со стороны республики, и со стороны государства приятно, что такое пристальное внимание сегодня к профилактическому направлению. Пройти диспансеризацию можно за один день. В первую очередь врач выясняет, есть ли у пациента хронические заболевания и перенес ли он коронавирусную инфекцию. И уже по результатам анализов назначает дальнейшее лечение. Комплекс профилактических мероприятий для людей от 18 до 30 лет рекомендовано проходить раз в 3 года. От 40 лет ежегодно. Настоятельно рекомендуется пройти такое обследование для как можно более раннего выявления осложнений, либо так называемого хвоста постковидного, когда у пациента, даже не имевшего ранее каких-то серьезных заболеваний, хронических заболеваний, не жаловавшегося ни на какие изменения самочувствия, могут появиться какие-то симптомы и оставаться довольно продолжительное время. Вот для того, чтобы предотвратить развитие хронических заболеваний или утяжеление имеющихся заболеваний, вот такое обследование предназначено. Именно профилактические мероприятия позволяют вовремя выявить заболевания, которых человек не подозревает и которые его не беспокоят. Диспансеризация бесплатная. В России ее начали проводить в 1920-е годы. Успехи отечественного здравоохранения, они связаны во многом с проведением диспансеризации. По распоряжению президента России Владимира Путина люди, переболевшие коронавирусом, будут проходить углубленную диспансеризацию. Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуг. Зараса Калоева, Хэта Гапоев, Новости Осетии.